Всем привет, с вами Анатолий, и мы будем проходить игру Dead Space 3. Это последняя часть трилогии Dead Space. Я поиграл в эту игру немножко и, кстати, увидел, что очень много изменений, начиная от графики и заканчивая снаряжением Айзека. Да, мы опять будем управлять Айзеком Кларком. Итак, вот, кстати, выбрать слот сохранения. Первое здесь изменение. В отличие от первой и второй части, мы сохранялись тогда, когда нам было это удобно. Ну, фотографировались. А здесь теперь будет появляться такой значок «Автоматическое сохранение». Так что вот, первое изменение. И прикольное меню сделали. Классно. Одиночная игра. Красиво. Очень красиво. Так, выберем сложность среднюю. Так, смотрим предисловие игры. Поехали. Все началось 300 лет назад, когда на дне старого Мексиканского залива был обнаружен инопланетный артефакт — черный обелиск. Казалось, он откроет перед человечеством секрет неиссякаемой энергии, однако единственными дарами обелиска оказались безумие и чудовищная трансформация после смерти, породившая некроморфов. Правительство постаралось спрятать все детали об обелиске под грифом «Секретно», но опоздало, и вокруг фигуры одного из исследователей, Майкла Альтмана, возник новый культ. Загадочная смерть Альтмана превратила его в мученика, что позволило юнитологии стать новой лидирующей религией, которая процветает и поныне. Юнитологи верят в божественную сущность обелиска и ожидают дня, когда все люди станут единым разумом, телом и душой. Спустя поколения, после катастрофы с обелиском, человечество столкнулось с острым кризисом ресурсов. В отчаянии правительство решилось на повторение древнего эксперимента, надеясь вырвать из обелиска секрет неиссякаемой энергии. Данные о той эпохе противоречивы, однако известно, что людям удалось скопировать обелиски, но цена успеха была не пассивной. Все копии были погребены в тайниках по всей известной вселенной, где они должны были бы и оставаться необнаруженными до скончания времен. Однако 200 лет спустя, во время нелегальной разработки недр Эгиды-7, корабль класса «Планетный потрошитель» USG Ишимура обнаружил одну из копий «Красный обелиск», которая спровоцировала новую волну эпидемии некроморфов. Ключевым живым свидетелем катастрофы стал инженер Айзек Кларк. Обелиск контактировал с ним, оставив неожиданный дар — собственную ментальную проекцию.
Правительство поймало Айзека и, пытками вынудив из его разума все секреты об обелисках, построило новую копию артефакта. Но на этот раз в самом центре установлена станция Спрол, построенная на орбите Титана. Ужасающие последствия эксперимента не заставили себя ждать, но Айзек сбежал в последний момент. А станция, как и от Эгиды 7, осталась лишь жалкие осколки. С того времени кризис с обелисками стал обостряться день ото дня. Айзек Кларк, разум которого содержал информацию о том, как построить или разрушить обелиски, ушел в тень, стараясь держаться подальше от обелисков и всего, что с ним связано. Но даже в самые отчаянные времена остается место надежде. 200 лет назад на одной далекой планете кто-то нашел способ остановить обелиски. И теперь наше будущее зависит от подсказок прошлого. Вот такое вот предисловие игры. Electronic Arts представляет. Производство Visceral Games. Dead Space 3. Июня 2314 год. Альфа 9, это виски 250. Давай. Альфа 9, это виски 250. Сарано, прием. Сарано, do you read me? Тим, о, thank God. Тим, о, слава богу, ты нашел его? Нашел, док, я даже не в курсе, что мы ищем. Просто двигайся на ориентир, координаты я выслал, это все, что у меня есть. Доберись сюда как можно быстрее. Слышишь меня? Ты должен добраться, иначе все потеряно. Что? Что? Черт! Так, и вот начинается игра. Нам нужно найти какую-то штуковину. Так, бежим. Так, у нас есть... Ага, мы еще не туда идем. Вот. Задача в ту сторону. Ладушки, Тим, ты справишься. Он рассчитывает на тебя. Ты же солдат, верно? Ну да, солдат с незаряженной пушкой. Найдем патроны, найдем. И найдем ту штуковину. Все правильно. О, нет. Предыстория. Начало. Тао Валантис. Тао Валантис — это планета. Вот она. Док, я нашел его. Отлично. Можешь попасть внутрь? Тут все заперто. Осмотрите, должен быть способ. Нам нужно попасть на этот корабль. Но сначала нам нужно взять патроны. Наконец-то боеприпасы. Перезарядка. Какая графика четкая, кстати. Да? Мне очень нравится. Сломать щеколду. Есть. Открываем. А вот и первая неприятность. Это зомби какие-то, да? Давай. Док, я нашел ход. Хорошо. Нам нужен цилиндр приблизительно полметра длиной. Вы его видите? Патроны. Еще патроны. Здесь патроны теперь спрятаны в чудовищах.
Следующий. Есть. Давай, давай, вставай уже. Какая графика, а? Класс. Сделано. Патроны, патроны. Ты кто? Это бедолага. Это просто был бедолага. Так, мы что-то нашли. Кодекс, да. Вот оно. Есть. Эй, док, есть. О, господи. Ого. Тим, ты где? Эй, док, я повис на учете, но я достал эту штуковину. Кодек, это крик, чтобы все спасти. Встретим тебя у шахты, только не задерживайся. Давай, 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 немножко там. Вот это громадина, а? Да, куда стрелять? Куда? Вот так вот, все. Да, не мягкая посадка. Но он молодец, он справился. Нашел то, что искал. Отличные солдаты, все до единого. Генерал Махат, сэр. Где доктор Сарана? Эрл Сарана, неунывающий оптимист. Ну, он сказал, чтобы я доставил там город. Сказал, что еще не поздно все остановить. Сэр, еще не поздно. Мы потеряли контроль над ситуацией. И теперь во имя Земли и суверенных колоний мы должны выполнить свой долг. Ты верен Земле, сынок? Любишь маму и папу? Да, сэр, конечно. Отлично. Рад это слышать. Вот гад, а. Так, он что-то выставляет. Удаление. Выполнено. Вот такое вот предыстория. Да. Печально, конечно. Парнишку жалко этого. Братья и сестры, эпоха человечества подходит к концу. Лунная колония «Новые горизонты». 200 лет спустя. Красивый город, неправильно. Не правда ли? Воспроизвожу сообщение 34. Айзек, я знаю, что ты там. Ну уже, сними трубку. Как хочешь. Слушай, я просто хотела сказать, я должна двигаться дальше. Просто, в общем, береги себя, ладно? Окей. Как вы поняли, это Элли из второй части игры Dead Space 2. Да, Айзеку досталось больше всего.
Ты Айзек Кларк? Отцепись от меня. Отвечай. Это он. Да ты кто такой? Давай, подними его. У меня мало времени, поэтому буду краток. Я так понимаю, ты вроде главный по обелискам. Ты создал один. Это не по моей части. Ваше правительство заставило меня. Я также уничтожил два, поэтому мы здесь, для тебя есть работенка. Да пошли вы. Я сыт по горло всем этим. Ищите других смертников. А мы искали. И перед тем, как связь с ней оборвалась, она сказала выйти на тебя. Элли, где она? Что вы с ней сделали? Где она? Юнитологи прорвались в главный холл. Нам их не держать. Капитан, время на исходе, пора. Так или иначе, здесь ее нет, Айзек. Я бесполезен помочь ей, пока ты не поможешь мне. Ладно, согласен. Бери. Давай, двигаемся. И вот начинается игра. Так, средняя аптечка. Глава первая. Внезапное пробуждение. Квартира Айзека. Берем аптечку и также лечимся. Кнопкой Q. Так, Айзек соглашается помочь этим парням. Okay. И я помогу, как и обещал. Теперь где Элли? Как давно она пропала? Заткнись и иди сюда. Все объяснения позже. Он соглашается помочь этим парням, чтобы найти Элли. Ну давайте посмотрим, что там у нас. Где Элли? Вон они. Эй, парни, вы откуда? Последний батальон HGO. Меня зовут Нортон. Капитан Нортон. Это сержант Джон Хавер. Последний батальон, как это? Последний, значит последний умный. То есть больше никого не осталось. Вроде понятно. Никого не осталось? Это наши, пошли. Они нашли нас, машину, давай, пошел. В машине? Хорошо. Давай, вот машина. Давай, давай, давай. Это кто такой? Гад, а. Камикадзе, сам себя взорвал. А вот и машина. Сюда, они здесь. Айзек, шевелись. Найди укрытие. Давай, где ты? Выглядывай. Идем дальше. Нортон, это юнитологи. Почему они пытаются убить нас? Тебя. Они хотят убить тебя. То есть? Просто заткнись и убирайся оттуда. Здорово. Вот это да. Они пытаются меня убить. Я хочу знать ответы. Почему? Давай, Айс. Обалденная графика. Супер. Что от меня нужно этим фанатикам? Когда-то ты уничтожил не один обелиск, Айзек, а значит, ты прямая угроза плану. Плану? Пророчеству судного дня, который устроит обелиски. Рождению? Ага, Элли считает, ты можешь его остановить. Так она пропала, а они отследили тебя до этого места? Да, а теперь доберись до крыши Эдка Корп. Там тебя будет ждать эвакуационная команда. Так, встретиться с Нортоном. Так, давайте идем дальше. Нас там должна ждать какая-то там спасательная команда. Так, все, берем. Берем. Так. Вот, идет сохранение, видите? Игра сохраняет, ясно. Ты видел этого человека? Где он? Не знаю.
Ах ты гад! Из-за меня теперь людей убивают! Урод! Прости, пожалуйста. Они меня ищут! Патроны? Дерьмо! Я попал в магистраль! Так, пересеки его. Это же автоматы. Они просто так не остановятся. Хорошо, что у меня остался стазис-модуль. Попробую замедлить поток, чтобы перебраться. Да, давай попробуем замедлить, ну... Не уверен, что будет что-то хорошее. Ой. Он прорывается. Он направляется обратно к улицам. Команда 3, отрезать его. Так, собираем все. Все. Ух ты, гады, а? Где спасатель-то, а? Холл СК Корп. Братья и сестры, эпоха человечества подходит к концу. Нас стало слишком много и слишком мало. Осталось того, ради чего стоит жить. Нортон, это не просто охота на людей, это бойня. А, наконец-то заметил. Но зачем свергать правительство и Эджгол? Из-за экспериментов с обелисками. Данис считает их еретиками. Так что можешь представить, что он думает о тебе. Ты уже добрался до точки эвакуации? Почти на месте. Сейчас, немножко осталось. Ух, какой лифт, а? Красивый. Так, сейчас нас должны встретить спасатели. Так, все. Убей их! Этот еще жив. Давай его сюда. Айзек Кларк, ты-то мне и нужен. О, не трать силы. Через пару минут ты подохнешь. Подними его. Хочу показать тебе кое-что. Вон там, видишь? Это лаборатория для испытания обелисков. Они везде, во всех крупных колониях и заставах. И что тебе от меня надо? Как участник программы испытания обелисков, Айзек, ты помог мне их сделать, и сегодня, благодаря тебе, они обретут свободу. Нет, стой! Ты всех убьешь! Смерть — это только начало, Айзек. Природа должна взять свое, и ни тебе, и никому-либо еще я не позволю вмешаться. Смотри же, Айзек, смотри внимательно. Настал твой черед совершить цикл перерождения. Ну что ж, миссия наша провалена. Так как спасателей Даник уничтожил, он их убил. Теперь будем выбираться отсюда. Поднимайся. А вот они, зомби. Так, аптечка есть? Так, можно поднять оружие. Ах ты, гад, а? Сэм.
ты какой, а? Готов. Соберем вкусняшки. Так, нажми Q, чтобы вылечиться. Глянь. Одни аптечки понадавали. Так, давайте посмотрим на наш рюкзак и изменения. Как вы видите, рюкзак такой же. Его надо будет прокачивать. Вместимости мало. Но здесь теперь сделали такую фишку, что патроны теперь идут на все виды оружия. Не как в первой, во второй части. Для патронов для каждого оружия. Нет. Вот это большой плюс. Сбоку у них два оружия теперь. Теперь мы не будем четыре оружия таскать, а только два. Снизу, так, снизу предметы, а вот в правом углу ресурсы. Вольфрам, полупроводник, металлолом, гель, преобразователь и деньги, карточки. Вот, так что это нам все пригодится в будущем. Мы будем оружие делать. Так, второй, здесь у нас миссия. Тут нам встретиться с Нортоном. Так, с Нортоном мы встретимся. Здесь база данных, пока нету ничего. Так, а в четвертом боты-поисковики. Здесь у нас будут боты, они нам будут искать металлолом. Так что, ну это позже. Так. Наш радар, или как там его... Так, вот. Теперь мы можем узнавать также задачу. Гардероб, его еще нет. Станок будет дальше. Все, погнали. Стазисная батарея также осталась без изменений. Аптечечка. Так, ты живой? Нет. Ну, видно же, что ты сейчас поднимешься. Какое слабенькое оружие, а? Переключись на это. Так. Собираем патроны. Еще патроны. Вот еще вижу. Готов. Еще вижу. Давай, 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 давай. Заканчивай. Ходячие ноги. Так. Патроны есть? Нет, статис не мог брать. Ой, статис взял. Не хотел я брать, но случайно взял. Уходим. Айзек, ты уже встретился со спасателями? Все мертвы. Даник добрался до них. Гасва, тогда найди способ выбраться из города. Я подлетаю на Эвдоре. Тут, рядом станция Вашингтона. Попробую выкатить один из стоящих там поездов. Хороший план. Увидимся на путях. Попробуем сейчас уехать на поезде. Если другого нам не дано. Экстренное сообщение. В целях вашей безопасности эта зона будет заблокирована до выяснения обстоятельств. Успокойтесь и оставайтесь в помещении. Помощь на подходе. Все заблокировано. Все заблокировали. Так, что здесь? Артефакт юнитолога. Тут можно посмотреть на артефакт. Вот, база данных. Здесь будут у нас... всякие реликвии. Ну ладно, почитаем потом. Давайте выбираться отсюда. Так, у людей паника. Ну, естественно, их убивают, атакуют их. Все, уходим, уходим, уходим. Так, какой-то магазинчик. Патроны. Кому конфетку?
Я чуть сам эту конфетку не сделал. Так. Нарушение безопасности 7 уровня. Всем немедленно покинуть места общего пользования. Оставаться в помещении. Понятно. Не спеши, дорогой. Помедленнее, вот так вот. Подожди. Давай, давай, Айс. Перезарядись. Какие тут быстрые, а? Да что ж он неубиваемый такой, а? Патроны. Дальше. Бедолаг, а? Иди сюда, урод. Экстренное сообщение. В целях вашей безопасности эта зона будет заблокирована до выяснения обстоятельств. Успокойтесь и оставайтесь в помещении. Помощь на подходе. Угу. Помощь обязательно появится, да. Так, вот станция. Зараза, поездов нет. Я добрался до станции. Что насчет людей Даника? Оторвался от них в общей панике. Это выиграет нам немного времени. Тогда садись на поезд, скорее. Не выйдет. Похоже, поезд пытались оснастить новым локомотивом. И? Теперь придется собирать его в одно целое. Тогда поспеши, канарейки и Даника уже близко. Попробуем отвлечь их на себя, а ты шевелись. Хорошо. Так, попробуем что-нибудь сделать. Сборка поезда не завершена. Пожалуйста, подсоедините локомотив и топливную цистерну, прежде чем инициировать цикл отправки. Ух ты, у меня что там? Патронов много. Аптечек дофига. Так, стазис мы выкинули, а патроны взяли. Вот так вот туда сделаем. Так, у нас по заданию... Где локомотив? Цифра 2. Вот, цифра 1. Так, нам нужно перетащить локомотив. Поставить его первым. Готово. Так, теперь толкнем его вперед. Давай, 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 иди. Локомотив установлен. Пожалуйста, остановите топливную цистерну, прежде чем инициировать цикл отправки. Так, заправочная цистерна. Вот она. Готово. Части поезда установлено верно. Цикл отправки инициирован. Посадку производит в хвостовой части поезда. Все, Нортон, я подцепил поезд и готов следовать к южным воротам. Вы его не пропустите, это тут единственный движущийся объект. Принято и понятно. Начну сближение, как только ты покинешь город. Приготовься к подхвату, будет непросто. Так, заходим на поезд.
Нордон, ты так и не сказал, что случилось с Элли. Не сейчас, Айзек. Она жива? Последний раз я видел ее на транзитной станции. Она сказала, что наткнулась на нечто грандиозное, где-то в засекреченном месте, и больше наши пути не пересекались. Но знаю твою бывшую девушку, могу сказать, она жива и зла как черт, из-за того, что мы ее до сих пор не нашли. Они видели. Ух ты! О, нет! А вот и кавалерия! Так. Норта, какой из этих кораблей Эвдора? Тот здоровый, который только что пролетел у тебя над головой. Так. Наш тот, который самый большой. Айзек, осторожно. Они пробрались на поезд. Черт, отказала главная батарея. Айзек, тащи сюда свою задницу. Так, перезарядись, Айзек. Так, остается немного. Сейчас или никогда, Айзек. Ну же. Взрывай поезд, сотри его порошок. Ракеты наведены. Запуск через 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 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 поднимайся. Давай. Капитан, он у меня. Забирай нас отсюда, быстрей. Фух. Все, улетели. Кто это? Мой мальчик. Хороший паренек, ты оставил его? Он мертв. Даник убил его, как и его мать. Сожалею. Ага, забей, мы не были друзьями. Это, спасибо, что пришел на помощь. В следующий раз старайся лучше. Карвер, Айзек очнулся? Ага. Отлично, мы почти на месте. Оно живо к мосту. Ты его слышал. Глава вторая. Сам по себе. USM Эвдора. Так. Вторую главу мы уже будем проходить уже в следующей части видео. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и присылайте свои комментарии. Так что увидимся. Всем пока.